Импакты и измерение социального эффекта. Эта тема стала главной межрегионального форума на вершине, организованного Карачаево-Черкесским благотворительным фондом по поддержке малоимущих слоев населения территории Милосердия-09. Презентация проектов НКО, панельные дискуссии, блиц-консультации, меры поддержки, оценка эффективности, заявки на конкурсы, отчетность – все это обсуждали участники мероприятия. Алла Качиева подробнее. Форум некоммерческих организаций на вершине организован и проводится впервые. Здесь, в курортном поселке Домбай, собрались эксперты, представители власти и благотворительных фондов из 11 регионов России. Форум организован благотворительным фондом «Территория милосердия», который выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. Проводится в целях того, чтобы научить на новом уровне работать благотворительные фонды и оценивать ту работу, которую они проделывают. То есть непосредственно измерить эффект от той работы, которую они делают. Безусловно, это измеряется определенными параметрами, которые не все еще знают. Зачастую получается так, что мы работаем, тратим какие-то усилия и затрачиваем усилия, они гораздо больше того эффекта, который мы получаем. Красивые пейзажи, чистый горный воздух и приветливые хозяева настраивают участников на плодотворную работу. Первое, наверное, что понравилось, это люди. Очень открытые, очень пытливые, с очень конкретными вопросами, которые не стесняются их задавать и которые хотят узнать максимально много для того, чтобы та работа, которую они делают, становилась еще полезнее людям. Но и второе – это природа. Я у вас меньше суток, но мне кажется, две вот эти вещи, они просто поражают до глубины души. Мой первый визит в Карачаево-Черкесию. Я в восторге. Мы приехали ночью, но и вечерние виды, и дневные уже успели посмотреть. Неописуемая природа. Все чаты заполнены фотографиями, которые я отправляю близким, желанием поделиться. Приглашаю их сюда. Обязательно всем рекомендую. Пока полный восторг. Вдохновленные красотой природы Карачаево-Черкесии, все 120 участников межрегионального форума начинают обсуждение главной темы. От имени председателя правительства республики собравшихся приветствует первый заместитель министра труда и социального развития республики Фатима Хубиева. У нас в министерстве есть слоган, который звучит так: «Другим послужить призывается тот, кому доброе сердце дается». Я считаю вас более социальщиками, чем мы сами, потому что вы этим занимаетесь по зову сердца и души, не по долгу службы. Поэтому низкий вам поклон, крепкого здоровья. Пусть Всевышний будет рядом с нами, пусть дает возможность помогать людям, приносить добро. Работа благотворительных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в социальном секторе, имеет особую важность для нашей страны, как для социального государства, деятельность которого направлена на формирование условий для качественной жизни людей и развития их потенциала. НКО – это не пассивные участники жизни в стране, а активные организаторы. Вы знаете, время действительно показало, что и в период пандемии, и когда к нам приехало огромное количество беженцев с Украины, и сейчас, в период СВО, вот действительно, когда в стране новые вызовы, кто откликается? Это, конечно, НКО. Попытка выработать общую позицию для НКО – основная задача форума. Что касается тематики форума, то эта тема тоже выбрана не случайно. Она нами буквально выстрадана за уже более 10 лет работы на поле в разных регионах. Это импакт по-английски, ну, по-русски, если говорить, это преобразование, социальное изменение, которое мы вносим своей деятельностью в жизнь общества. То есть насколько та или иная деятельность некоммерческих организаций улучшает жизнь простых людей, жизнь общества. Метод измерения эффективности и внедрения новых решений, обеспечения устойчивости социальных проектов. В дискуссиях на эту и другие темы собравшиеся принимали активное участие. Прозвучали актуальные вопросы, компетентные ответы от экспертов и опытных коллег. Мне кажется, мы собрались здесь все не только и не столько для того, чтобы послушать экспертов, сколько обменяться тем опытом, который есть у коллег в разных регионах, понять, что получается, что не получается, и попытаться освоить новые инструменты управления благотворительными программами. Потому что эти инструменты в нынешней ситуации, когда ресурсов больше не становится, а в то же время количество дел и проектов оно увеличивается, чтобы эти инструменты помогли нам найти вот этот правильный баланс.
Не случайно форум назван «На вершине». Все, кто сюда приехал, достигли определенной высоты. Готовы об этом говорить, анализировать, улучшать. В то же время остается место для следующей вершины. То есть, куда идти и расти, признаются эксперты и участники. Моя задача в том, чтобы помочь участникам разобраться в том, каким образом отчетность, публичная коммуникация, информационная открытость могут помочь им привлекать партнеров, волонтеров, спонсоров, удерживать благополучателей и формировать доверие к своей деятельности. Форум будет длиться 4 дня. В программе не только познавательные и образовательные курсы, но и экскурсия по достопримечательностям известного на всю страну курорта. Алла Качива, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай.